Здравствуйте! В эфире «Первый независимый ЗАБ-ТВ» в студии Валентина Дудина. Мы показываем новости Читы из Забайкальского края. Спонсор нашего выпуска – компания «Сантехэконом». Если у вас собственное предприятие или организация со своей системой канализации или частный дом со скважиной, то вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда канализация засоряется, а скважина перестает выдавать нужный объем воды. В таких случаях вам поможет компания «Сантехэконом». Прочистка канализации, отогрев и промывка скважин, видеодиагностика труб. Обращайтесь в любое время суток. «Сантехэконом». Телефон 8-914-359-02-70. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. Забайкальские конькобежцы – лучшие на территории Дальневосточного федерального округа. За 3 отборочных этапа на первенство России эти ребята привезли в наш регион более 60 медалей. Результаты, безусловно, хорошие. А теперь о том, в каких условиях тренируются спортсмены, чтобы занимать первые места. Все подробности расскажем прямо сейчас в выпуске новостей. Заседание в городской думе, отчет МВД и изменения в бюджете. Подробнее смотрите в этом выпуске. Что произошло с самым громким законом об эвтаназии собак на заседании Комитета по аграрной политике Законодательного собрания? Все подробности расскажем в этом выпуске. Теперь об этих и других событиях расскажем подробней. Сборная Забайкальского края по конькобежному спорту оказалась лучшей на межрегиональных соревнованиях. Наши спортсмены показали ошеломляющие результаты в отборочных турах и теперь готовятся на первенство России. А теперь о том, в каких условиях конькобежцы проходят подготовку, чтобы победить на турнире. Подробности расскажет Виктор Соловьев. Это удивительно для юниоров. Но вообще пока нет никакого личного рекорда на дистанции 1500 метров. Лев Матвеев, представитель Дальневосточного федерального округа. Ну вот Федор Данилов, видна уже такая мощь и стать у этого парня, да, несмотря. Зимние международные спортивные игры «Дети Азии» – это масштабные соревнования невероятного уровня для юных спортсменов. Представлять Дальневосточный федеральный округ выпало забайкальским конькобежцам. Выходя на лед, спортсмены гордо идут в авангарде колонны, и по итогам соревнования именно забайкальские ребята показали лучшие результаты. В прошлом году, в 23-м, мы нашей командой Забайкальский край, именно конькобежцами, единственные конькобежцы, которые представляли Забайкальский край из Дальнего Востока, 4 человека на «Детях Азии». Это прошли грандиозные соревнования, даже это как олимпиада для детей 14-15 лет. Просто ошеломленные результаты там показывали дети. Была какая-то гордость за нас, что вот мы единственные из Забайкальского края и по зимним видам спорта именно мы отобрались, нас экипировали, по куртке, шапке нам дали. И вот мы выходили в первых рядах. Это было гордость. Семен Чернышов – старший тренер по конькобежному спорту. Тренирует забайкальских спортсменов уже более 8 лет. За все это время бегуны достигли невероятных результатов. Только с отборочных туров они привезли в регион более 60 медалей. И сейчас готовятся на первенство России. Приехали, оттренировались, откатались. Лед нам очень сильно понравился. В 100 раз лучше, чем у нас, так как у нас бугорки, не катит, лед стоит на месте. Его иногда даже вообще забывают залить, а там все стабильно, гладко катит. На первых этапах занял большее количество мест. Это второе, первое. На втором этапе это уже первое, второе. Там было по сумме многоборью. А на третьем этапе было не очень хорошо, но сбегал достойно. Мы все вместе катаемся, каждый друг за друга болеет. Хоть и индивидуальный вид спорта, но командский дух все-таки присутствует. У меня не было точного плана выиграть. Я понимала, что буду в тройке сильнейших. И когда я уже понимала, что стала абсолютно чемпионкой, я поняла, что все мои труды, все мои тренировки, все тяжелые моменты, которые я пережила, все было не зря. Волнения сильного нету, так как я знаю, какие спортсмены меня ждут на этом первенстве России, потому что я уже не первый год туда приезжаю. И там уже много знакомых, много соперников, с которыми я до сих пор общаюсь.
Скоростной бег на коньках – технически сложный вид спорта. Остаются в этой дисциплине только сильнейшие, и наши забайкальские ребята оказались именно такими. Об этом говорит не только их подготовка, но и условия, в которых тренируются наши чемпионы. Комната у нас маленькая, условий вообще никаких. Мы занимаемся в, как можно сказать, как Гарри Поттер в чулане. Катаемся на великах вот в таком промежуточном расстоянии. Но из-за этого я собираюсь после 9 класса уезжать в более комфортные условия для меня и для продолжения спортивной карьеры. Это Санкт-Петербург. Много чего нам здесь не хватает. Если посмотреть на условия других городов, например, как Иркутск, Кемерово, Челябинск, у них есть секретные и открытые катки, на которых они тренируются. И лично я считаю, что в России идет несправедливая борьба среди спортсменов, так как некоторые тренируются под закрытым льдом, в тепле, в уюте, так сказать, с хорошим, быстрым льдом. Пока по тем временем мы катаемся без крыши, в 40-градусный мороз, стараясь занимать какие-то места. Качество льда, честно говоря, ужасное. Лед, овал льда не на 70 метров короче стандартного круга для конькобежцев. Лед заливают совсем не часто, как удобно администрации нашей. И с просьбами о заливке льда иногда никакой реакции нету. Невероятная радость от того, что наши ребята показывают такие потрясающие результаты на соревнованиях, и забайкальский стыд от осознания. Вскоре они покинут край именно по причине того, что тренироваться в таких условиях становится невыносимо. Потенциал у ребят очень большой. В 16-17 лет конькобежцы становятся абсолютными чемпионами. И говоря про пятилетку спорта в регионе, непонятно, почему краевое правительство так наплевательски относится к их профессиональной карьере. Тесная каморка для подготовки перед выходом на лед и кривое покрытие с буграми – это все, что могут предложить чиновники с Чайковского 8 ребятам для тренировок перед грядущими соревнованиями на первенстве страны. Конькобежный спорт очень многогранен, он включает в себя много различных видов спорта в плане подготовки. Если мы летом, можем и кроссы бегать, можем и велоподготовку, заезжать на сборы и чисто только кататься на велосипедах, крутить вело большими объемами. Также прыжковая имитация, если после окончания сезона мы заходим в бассейн, плаваем в бассейне, постоянно плаваем. А в каких условиях им приходится тренироваться, чтобы достигать таких? Условий просто, можно сказать, никаких нету. Если мы говорим о других регионах, то наш регион это, наверное, на самом низу в плане тренировок, в плане подготовки, потому что, ну, их просто нету. Если мы разминка у нас проходит в непонятном каком-то холле, где просто нет условий. Ладно, были бы какие-то там условия, хотя бы покрытие на нем было. Все полностью ограничено и тренироваться особо негде. Сейчас хорошо, что погода маленечко отпустила, что мы можем на улице делать какие-то работы, покататься, а когда мороз, это просто 10 минут на морозе, 30 отогреваемся. Логично, что вот эти спортсмены готовятся вскоре переехать в другие регионы. С ростом масштаба соревнований ребятам просто сложно на таком льду и с таким спортивным залом достигать побед в конькобежном спорте. Конечно же, поеду туда, где условия лучше, потому что я хочу получить больших результатов, пойти дальше в свою карьеру, пойти в рост, ставить рекорды, но, естественно, я от своего края не откажусь. Я буду гордиться тем, что меня здесь воспитали, какие бы здесь ни были условия. И буду очень рада, если после нашего уезда буду знать, какие здесь были спортсмены, что-то их сподвигнет, и здесь начнут делать что-то для того, чтобы развивать наш спорт. Мне хочется, чтобы они были рядом со мной, достигали, выполняли какие-то мастеров спорта и так далее. Но я сам понимаю, что для ихнего личного развития им лучше уехать и в другой регион, где есть более благоприятные условия. Говорить о том, что родители сами из-за свои деньги собирают спортсменов на соревнования, а тренер на личном автомобиле возит ребят на тренировки, не приходится. Во многих спортивных дисциплинах это стало просто горькой забайкальской нормой. К слову, финансирование от Минспорта на скоростной бег на коньках не увеличивалось с 2004 года, то есть 20 лет абсолютной стагнации. И говоря про пятилетку спорта в Забайкалье, губернатор Осипов и сменяющиеся бесконечно министры нам обещали комплексный план мероприятий, постановку
постановку масштабных задач и огромное количество спортивных событий. Итог – местная власть ограничилась лишь установкой спортивных площадок и проведением местных игр. И вот он результат. Уже действующие чемпионы готовятся покинуть регион из-за невыносимых условий. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, Иван Корнев, ЗапТВ. Первый Забайкальский строительный форум. 16 февраля. Забайкальский краевой драматический театр. Крупные игроки строительного рынка. Федеральные и региональные эксперты. Представители правительства края соберутся, чтобы выработать ответы на вызовы развития отрасли и выбрать меры ее стимулирования. В Думе Читы прошло заседание. Депутаты заслушали доклады о преступности, тарифах и изменениях в городском бюджете. Подробнее смотрите в следующем сюжете прямиком из зала заседаний на Бутина, 39. Дума Читы. Народные избранники заслушивают доклады. Сначала о грустном и страшном. Доклад начальника УМВД. Значительный объем работы проведен по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Выявлено 874 преступления и 336 административных правонарушений. Задержана организованная группа, которая осуществляла свою деятельность на территории города Читы, Улан-Удэ, Иркутск. В числу совершившихся в составе организованных преступной группы отнесено 347 преступлений. Всего из незаконного оборота изъято 10 400 грамм наркотических средств различного происхождения. Также из незаконного оборота в Чите изъято 69 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции. А 81 преступление совершено в экономическом и коррупционном характере. Задержана организованная группа, которая совершила хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов «Демография», «Жилье» и «Городская среда». Конечно, отчет принят депутатами с заверением о сотрудничестве. Далее в повестке отчет о тарифах. В отчетном периоде управления проводилась работа по обязательной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения городского округа. Управлением был объявлен открытый конкурс на разработку актуализированной схемы и на период 2024 до 2037 года. Особенностью схем теплоснабжения считается то, что этот документ является обязательным для участия в федеральных программах, таких как, например, «Чистый воздух», для получения федерального финансирования, а также является обязательным для утверждения инвестиционных программ ресурсно-снабжающих организаций. Весь комплекс мероприятий по схеме теплоснабжения, ну, основной, естественно, направлен на развитие схемы теплоснабжения в городе. Основные направления и значимые мероприятия представлены на слайде. Одновременно управлением совместно с ресурсно-снабжающими организациями и профильным министерством Забайкальского края проводилась работа по рассмотрению вопроса отнесения городского округа город Читы к ценовой зоне теплоснабжения. Отнесение города к ценовой зоне теплоснабжения ускорит развитие системы теплоснабжения в городе. Результаты отнесения города к ценовой зоне – это привлечение дополнительных инвестиций в размере около 12 миллиардов рублей. За год для благоустройства Чита преемника, славящегося своей коррумпированностью МП ДМРСУ, был рассчитан 301 тариф. Также новые тарифы рассчитали для пользователей помещений. А вот ТСЖ и управляющим компаниям новые тарифы рассчитают этим летом. Управление напрямую влияет на кошельки большинства из граждан, проживающих в городе Чите. Именно поэтому управление является самостоятельным органом муниципальной власти для того, чтобы на управление не оказывалось какого-либо давления, и те тарифы, которые рассчитывают управление, были максимально, решали максимально проблемы именно граждан и минимально влияли на расходы. Работа сложная, работа напряженная, но тем не менее вот в 2023 году с работой управление справилось. Вернемся к цифрам. На данный момент у бюджета города появилось на остатках 129 миллионов. Куда их предлагается потратить депутатам, рассказал Андрей Гринишин. В целях обеспечения доли софинансирования из бюджета городского округа на реконструкцию мостового перехода через река Жирейка
улиц совхоза в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На 2024 год направляется средства в сумме 1,8 миллионов рублей. Также 52 миллиона потратят на приобретение квартир в муниципальную собственность, на экспертизы ПСД дорог и мостов 1,2 миллиона, на текущее содержание зеленых насаждений, озеленение почти 24 миллиона, на закрытие котельной стадиона СИБВО 2,3 миллиона, 3 миллиона на обследование сооружений гражданской обороны и еще почти 3 миллиона на осуществление деятельности администрации. Кроме этого, край даст городу денег за прошедший Новый год. Оплату контрактов по новогодним мероприятиям, демонтаж, охрана, ну и другие мероприятия за счет дотации краевого бюджета 10,2 миллиона рублей. А вот на деньги собственные, городские, план такой. Собственные доходы в сумме 92 миллиона рублей предлагается направить на следующие мероприятия. Исполнение решения суда для обеспечения населения поселка Антипель услугами теплоснабжения и водоснабжения. Приобретение объектов тепла и водоснабжения в муниципальную собственность 58,5 миллионов рублей. Оплату лизинговых платежей муниципальным бюджетным учреждениям благоустройства ЧИТА за специализированную технику в сумме 32 миллиона рублей. Просим поддержать проект. Решение принято, а это значит, что застарелый вопрос с сетями силикатного завода в Антипихе практически решен. И на уборку тающего снега денег осталось. Вячеслав Барницкий, Евгений Погорелый и Иван Дементьев. ЗАП-ТВ. Вакансия министра ЖКХ, энергетики и цифровизации связи Забайкальского края появилась на сайте HeadHunter. Объявление разместила корпорация развития Забайкальского края. Также ищут еще трех заместителей. Предлагаемые зарплаты не разглашаются. На каждую из вакансий требуется стаж работы минимум 6 лет. У кандидатов должно быть высшее образование не ниже специалитета или магистратуры. Перед назначением участники обязаны будут пройти через Забайкальский призыв, систему онлайн-тестирования для приема на работу в регионе. Ранее на HeadHunter публиковалось объявление об открытой вакансии министра труда и соцзащиты. В нем говорилось, что зарплата составит до 213 тысяч рублей. Спустя неделю стало известно, что на эту должность губернатор Забайкалья Осипов назначил некую Елену Калашникову. Она работала в Якутии главой Госкомзанятости населения. Предыдущий министр ЖКХ Забайкалья Алексей Головинкин уволился 27 октября. До этого он отрицал свою отставку. После официального подтверждения на своей странице во ВКонтакте он написал, что не будет уходить из команды региона, а продолжит работать в Забайкалье. Какую он должность занимает сейчас, неизвестно. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии с участием депутата ЗАГС Собрания Забайкалья Алексея Соклакова. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра СК России. В эфире федерального телеканала сообщалось, что в январе текущего года в Чите депутат ЗАГС Собрания региона, управляя автомобилем, допустил наезд на пожилую женщину, передвигавшуюся по пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована. В Следственном управлении СКР по Забайкалью проводится процессуальная проверка, говорится в сообщении. Александр Бастрыкин, между тем, поручил руководителю регионального следственного управления Алексею Вольному возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах и по завершении расследования о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Напомним, 25 января сообщалось, что Соклаков сбил человека на пешеходном переходе на перекрестке улиц Балябина и Бутина. В тяжелом состоянии пешеход был доставлен в больницу. ДТП с участием депутата прокомментировала судебный эксперт. Ранее он предположил, что депутата могут привлечь к ответственности. Сам Соклаков сообщил, что пострадавшую женщину выписали из больницы, и он оказывает ей всяческую помощь. Занимавшая пост временно исполняющей обязанности главы Минсоцзащиты Забайкалья Елена Нижегородцева вернулась на пост замминистра. Об этом запрос сообщили в пресс-службе министерства. Напомним, по версии следствия, в 2021 году Нижегородцева попросила федеральное министерство уменьшить объем денежных средств на обеспечение детей-сирот жильем на 177 миллионов рублей. Следователи установили, что на данную сумму можно было приобрести не меньше 24 жилых помещений. В апреле прошлого года сообщалось, что Елену Нижегородцеву
назначили в РИУ министра соцзащиты Забайкалья. В сентябре 23 года стало известно, что чиновница пойдет под суд. Она занимала пост исполняющего обязанности главы Минсоцзащиты до недавнего времени. 13 февраля губернатор региона представил нового министра, которым стала Елена Калашникова, работавшая в Якутии. Прокуратура Забайкальского края не поддержала законопроект об эвтаназии бродячих собак в регионе. При этом администрация президента России, напротив, меру одобрила. Все подробности с заседания Комитета по аграрной политике в сюжете Валерии Наумовой. В Забайкальском крае продолжают пытаться принять законопроект об обращении с бесхозными животными, обитающими на улицах городов и поселков. В соседней Бурятии новый порядок приняли еще в ноябре 2023 года. Как сообщается на сайте Народного Хурала Республики, новый закон разработан и принят в целях обеспечения безопасности и законных интересов граждан. Отловленное животное будут помещать в пункты временного содержания. В течение 30 дней ему ищут владельцев. Если же собака имеет жетон или чип, то ее будут держать 3 дня в передержке, а затем 60 дней в приюте, чтобы найти прежних или новых хозяев. Все положения закона максимально направлены на то, чтобы у собаки появился хозяин. Приюты вправе содержать животных без владельцев, без ограничений по времени, за счет собственных средств. 13 февраля на заседании Комитета по аграрной политике Законодательного собрания Забайкальского края во втором чтении рассматривали законопроект, согласно которому, если в течение полугода у отловленной собаки не появляется старый или новый хозяин, ее усыпят. Проект разработан Госветслужбой края и подписан губернатором Осиповым в декабре прошлого года. По мнению одного из авторов закона, руководителя Госветслужбы Андрея Лима, пожизненно содержать невостребованных и агрессивных животных нет смысла, так как бюджету это обходится крайне дорого. Годовое содержание только одной собаки стоит около 53 тысяч рублей. При этом нужно строить приют и платить зарплаты сотрудникам и нести другие расходы. Во втором чтении свой отзыв на законопроект представила прокуратура Забайкальского края. Мы усматриваем несоответствие федеральному законодательству. Прежде всего, принятым в первом чтении законом предусматриваются сроки содержания в приютах и в пунктах временного содержания животных. Однако данные сроки установлены без, в части пункта временного содержания установлены без учета требований гражданского законодательства. Принятым законом предусматривается в течение 30 дней, а по гражданскому кодексу это 6 месяцев. Мы считаем, что в данной ситуации сокращение срока будет нарушать не только нормы гражданского законодательства, но и права лиц, которые могут претендовать в течение 6-месячного срока на реализацию своего права заявления как собственников. Проще говоря, первая претензия прокуратуры – это якобы сокращение срока содержания отловленных собак в пунктах временного размещения с полугода до месяца. По мнению надзорных органов, это нарушает гражданские права лиц, которые могут быть хозяевами собаки или потенциальных желающих забрать ее себе. Следующее замечание прокуратуры по части возможности усыпления животных. В первом чтении принятом законе предусматриваются основания для умерщвления животных, в том числе для здоровых особей, без каких-либо оговорок и примечаний. Мы считаем, что вот такое необосновывающее умерщвление здоровых особей – это тоже нарушение федерального законодательства, а именно принципов нравственности и гуманности. Прокуратура считает, что в такой редакции закон принят быть не может и предлагает отправить его на корректировку. Депутаты послушно предложение поддержали и отправят его на рассмотрение в первом чтении.
Особый акцент стоит сделать на том, что администрация президента России законопроект одобрила. Вместе с тем зоозащитники массово стали писать жалобы на имя Владимира Путина с требованиями отменить принятый закон в Бурятии. Как пояснили в Управлении президента по работе с обращениями граждан, закон способствует обеспечению безопасности граждан, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения. А человек, его права, свободы, жизнь, здоровье, личная неприкосновенность и безопасность является высшей ценностью. Валерия Наумова, Евгений Погорелый, Иван Корнев. ЗАПТВ. С 13 по 16 февраля в Чите проходит чемпионат и первенство Забайкальского края по плаванию в рамках отбора для участия в соревнованиях ДФО. О том, как формируется сборная региона и кто пришел поддержать спортсменов в первый день отборочных этапов, расскажут мои коллеги. Тринадцатого февраля в Чите стартовали состязания среди лучших по плаванию. Собрались более 100 спортсменов со всего региона. Задача – попасть в сборную Забайкальского края для участия в чемпионате Дальневосточного федерального округа, который состоится уже в марте во Владивостоке. Дать начало соревнованиям поручили ветеранам. Команда пловцов старше 40 лет первая погрузилась в воду, показывая юным спортсменам, что и в таком возрасте можно достигать хороших результатов. С руководителем Федерации плавания Забайкальского края Александром Старицыным мы ее вот уже второй раз, в общем-то, реализуем. Это интересно и для подрастающего поколения, потому что видят нас уже после 40 плывущих, ну пусть не на мировые результаты, но тем не менее. Но и для нас почувствовать дух соревновательный, хорошее оборудование, тачпады для фиксации времени, это здорово. Для пловцов это важные и ответственные 4 дня. Поддержать участников пришли друзья, родственники и тренеры. Ни одного чиновника городского или краевого уровня замечено не было. Мы обращались, мы просили, как бы сказать, предлагали прийти зампреду правительства, курирующего Бессонова Виктория Викторовна. Ну, занято, видимо, никого не было. Приехал практически весь край водноспортивный, кроме Петровского завода. 8 команд представлено, значит, 136 спортсменов. Ребята молодцы, да, да. Улучшаются, побеждают. В глазах огонь. Уровень подготовки юных пловцов высокий, и тем не менее, труднее всего попасть в список лидеров ребятам из районов Забайкальского края. Отсутствие бассейнов и тренажеров очень осложняет тренировки. Николай Докукин привез с собой из Первомайского родную команду. Но постараемся выступить хорошо. Вот. Но на данный момент у нас уже есть одно второе место. Мы потихоньку восстанавливаемся. Вот. Но есть результаты, которые могут попасть в сборную Забайкальского края, ребята. Ну и пока я уж не говорю, что там что-то в призеры, но достойно выступить на федеральном округе. Многострадальный капитальный ремонт Первомайского бассейна, о котором ЗАПТВ снимал целую серию сюжетов, якобы закончен, и тренировки проходят результативнее. Но у профессионалов свое мнение и видение. Очень слабо в Забайкальском крае у нас оснащение плавательного бассейна. И сам даже, если мы, допустим, на Сахалине уже сейчас я просто узнал, что строят на городе Южный Сахалин второй полтинник, то есть бассейн 50 метров. Вот, но стараются тренера, делают невозможное. И правда, наблюдая за показателями спортсменов, можно заявить, что и тренеры, и сами пловцы делают просто что-то невозможное. Вот в таких условиях показывают достойные результаты. Имея в пользовании только один бассейн длиной 25 метров в Чите, они подстраиваются под действительность и показывают максимум своих возможностей. Помогать забайкальскому плаванию, как и всем остальным брошенным властями видам спорта, некому. И пока на Сахалине строят уже второй спортивный бассейн, а в Чебоксарах и вовсе планируют возвести
дворец водных видов спорта почти за 2 миллиарда рублей, где забайкальских пловцов не могут элементарно довести финансирование. Полтора месяца этого года прошло, мы никто не знаем, какие лимиты нам на этот год правительство выделило, когда это будет. На сегодняшний день ничего не дается. Я не знаю, что они там делают. Я не знаю, мы пишем, нам ответов нет. А между тем правительство России утвердило программу «Плавание для всех». Создана она по поручению президента Владимира Путина и рассчитана до 2030 года. Как поясняют в правительстве, до сих пор в России реализовывались аналогичные ведомственные и региональные программы. Теперь такая работа должна охватить всю страну. Основные задачи – всеобщее обучение детей плаванию, создание условий и соответствующей инфраструктуры в детских садах, школах и местах детского отдыха. И зная, в каком состоянии уровень развития плавания в нашем крае, как наплевательски региональные чиновники и министры правительства губернатора Осипова все эти годы относились к федерации, интересны их дальнейшие действия с утверждением данной президентской программы. Хорошая фраза есть у нашего президента Всероссийской Федерации, четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Валерьевича Сальникова. «Победишь себя, победишь дважды». Вот хотелось бы ребятам пожелать этого. Те, кто здесь выступают, они уже себя победили. Они здесь. Здесь все лучшие собрались сегодня. Из лучших выбираем сборную края. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, Иван Корнев, ЗАП-ТВ. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой, под нашими выпусками новостей на YouTube. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях, на своих страницах. Делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. Ну а я с вами прощаюсь. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ЗАП-ТВ. Спонсор выпуска – магазин автомобильных инструментов и оборудования «Сато-центр». А украшения ведущей предоставлены бутиком бижутерии «Виктория» в торговом центре «Сувениры». Пятница, 16 февраля. Температура воздуха днем составит минус 11 градусов, ночью – минус 22. Пасмурно, возможны осадки, ветер до 9 метров в секунду. Магазин автотоваров и инструментов «Сато-центр». Оборудование для станции технического обслуживания, химия и автоаксессуары, ключи, головки, съемники, биты, наборы в ассортименте. Накопительная система скидок от 3 до 15%. В наличии подарочные карты различного номинала, которые по достоинству оценят настоящие мужчины. Все виды инструмента – ручной, гидро, пневмо, электро, бензо – от мировых брендов. Магазин автотоваров и инструментов «Сато-центр». Богомякова, 46, Красной Звезды, 53, микрорайон геофизический, 22. Телефон 210-900. На этом у меня все. Желаю вам хорошего дня.